Привет, друзья! Вы на канале Юго-Берег. Всем хорошего настроения. Набережная просто чудесная. Сегодня нет солнышка, но все равно слепит глазки наши. И набережная чудесна. Вот такой красивый тихий Дон. И вот такое красивое небо. Небо на набережной. Город Ростов-на-Дону. Все чудесно. Дон, батюшка, просто радует нас. Это лето, господа. Довольно прохладно, но классно. Ну, такие чудесные сваи у нас, господа, есть. Их выставили, чтобы мы с вами любовались. Это, господа, вот такие сваи, лиственницы были заложены в 1890 году и служили для укрепления береговой линии, обнаруженной в ходе проведения работ по реконструкции набережной в 2014 году. Вот такая вот у нас красота. Мы можем наблюдать, и вы можете приехать на набережную и воззреть эти сваи. Видите, они служили для укрепления. Представьте себе, они еще живые. Живые. Так что вот такие дела. Такой красивый тротуар, вот такой красивый фонтан. Все просто здорово. Вот такие красивые, ребята, они еще и пахнут. Много чего рассказала и показала. Вот такие красивые цветы. А они, между прочим, пахнут и радуют нас. Да они пахнут. Да они так пахнут, да. По кайфу. Вот такая красивая клумба оранжерея, просто она сказочная. И вот такая, походу, пихта. Друзья, пишите, что это за растение. Ой, это не твой паровоз, нет? Мой, конечно, вот он, дорогие друзья. Мой, он там приехал за мной. Сейчас будем с вами кататься. Я, конечно, шучу. Муж мой тоже шутит. Но на самом деле очень-очень-очень все красиво. А показать мы вам хотим место для влюбленных. Оно находится не на набережной, а чуть выше набережной. Смотрите, дорогие друзья, вот она набережная. Набережная, вот она уходит. И мы говорим, а здесь мы переходим дорогу, наблюдаем мы юстицию. Или это не юстиция, или это такое тоже административное здание. Но сбоку мы можем присесть вот здесь, вот, никого не беспокоя, насладиться дорога, ну здесь немного машин на самом деле, деревьями и вот такими лавочками прикольными. Береговая 25, оно находится. Ну, в общем, есть места для влюбленных, и мы, главное, не будем никому мешать. Здесь даже урны есть, я вам сейчас покажу этот адрес. Приходите сюда, делайте фотки, отдыхайте, гуляйте, в общем, все по кайфу, дорогие друзья. Вот, береговая 25Б, и вот такой вот здесь уазис. Ну, вот сюда мы не пройдем, а вот на лавочках уже посидеть мы можем. Вот такая местина приколюшная. В общем, вот так, друзья. Желаю вам хорошего настроения. И вот такие, посмотрите, приколюшные кустики. Они красивые и радуют наш глаз. Ну, я без тебя знаю, что показать на самом деле. Так, дорогие друзья, красота набережная. Красивые, правда, оранжереи, кусты с оранжереями. И вот такие вот, они мне даже напоминают, если честно, лаврушку. Но я шучу, конечно, это не лаврушка, но они классно так смотрятся, все здорово. Красивая наша чудесная летняя набережная с камнями, с такими красивыми кустами обработаны. А это, дорогой, у нас фонтан со стеселой. Сейчас мы посмотрим его название, но все-таки кайфушно и красиво. Такой мини-оазис. Водичка здесь голубая, потому что голубое дно, но смотрится пушечно, дорогие друзья. Сейчас мы с вами его посмотрим. Вот видите, классно. Все-таки это здорово.
А сейчас мы с вами почитаем, что это и как это. Вот такое дорогое описание у нас. В общем, набережная наша красивая. Также эта гостиница чудесно красивая. С часами, но часы не идут, но тем не менее. Фонтан чудесен. Ресторан «Причал» номер 25 нас радует и зовет в гости. Дорогие друзья, опять-таки красивые кусты. И мы с вами любим Ростов. По-любому. Я люблю тебя, Ростов, чудесный Ростов, наш город с клумбами, уже тепло, идите гулять. Просто здорово. Это парковки, дорогие друзья. Мы будем с вами прощаться, дорогие друзья, на этом чудесном фоне и на этой прекрасной минуте. Итак, дорогие друзья. А, мы прощаемся? Давай. Поддержи, мой милый муж, я попрощаюсь. А, ты хочешь здесь, ты красиво попрощаешься? Конечно, у нас все красиво. А ничего, что видео 5 минут? Канал красивый, нет ничего, достаточно, все здорово. Друзья, приходите гулять на набережную, радуйте себя. Вам желаем хороших выходных, а выходные можно устроить и в будни, тогда, когда у вас есть чудесное настроение. В общем, желаем вам чудесного настроения, счастья.